Всем привет, с вами Зонг и мои друзья Звук и Витя. Привет всем. Салам от СБ. Не знаю, что он сказал, но, наверное, поздоровался. Грузинский нас... экипаж, Эстет. Они казахский? И может, киргизский? Вообще киргизский. Киргизский, точняк. Сегодня мы покажем прекрасный образчик игры во взводе, что называется, игры во взводе на трех разных флангах на карте. Получается, бой будет видно со всех точек, каких только можно и нельзя. Самый интересный бой на самом интересном фланге на этом видео будет игнорироваться. Ну, оно того стоило. Конечно, все будет видно после боевой статистики. Рандом, значит рандом. Сказали мы и разбежались в разные стороны. Взводная игра, чего? Сами гандоны, ответил я и поехал на поле. У меня прекрасный божественный танк с токовой комплектацией, который гнет небо и Аллаха. Поэтому я спрятался. Ну, а нам на тяжах на поле как-то было бы не камильфо. Я сначала поехал за Зугом, но потом понял, что-то здесь как-то не очень. И поехал в другой фланг, который был пустой практически. Просто твой угол заняли, с которого ты хотел стрелять, ты понял, что здесь домашки нет и поехал в другое место. Я так и сказал. Саша, а ты там долго ждал потом своих друзей? Каких? А, я сам их нашел. Стоял, поехал. Саня, там все нормально. О, сейчас будем видеть. Божественный танк, сковородка, смотри. Киберскилл просто, проскилл. Проскилл. Проскилл, да. Я так не умею. Автозахват цели на больших расстояниях часто попадает с вертухи, поэтому я на полусводке это устроил. И не пробил. Ну, я попал. 37. Это очень бронированный танк. Я бы сказал, что он периодически бронирован похлеще Мауса, так что простите меня. Ну, а Витю мы увидим еще очень не скоро в этом бою. Там очень напряженный бой у нас был. Так, на нервах да, играли. Игра нервов, да. Да, так вам нужен Акшон, а там были нервы. Согласен. Ну, в принципе, китайский танк это такой же ИС-3. Только лучше. Ну, в каких руках? Ну, это какой-то, блин, Т-10, мне кажется, все-таки. Ну, в руках Зонга он хорошо нагибает, как все остальные танки. Не, ну это, как я уже говорил в одном предыдущем своем видео, это глубокая модернизация ИС-2, по сути. Там только башня должна быть другая. Ну, так-то ИС-3 это тоже модификация ИС-2, по-хорошему. Ну, не, там... Взорвал бы машинку себе. Тут, видишь... Столько контактов появилось, я даже не помню, куда стрелять. Ну, ИС-3 свой сейчас получит. Ой, машинка попалась. Я понимаю, что линия простреливается. Я да, решил Саня, зайти. Без лишних вообще, этих, без пардона так. Чё цаскаться? Хочу в выкладку попасть. Ну, как-то, по-моему, ты не досвелся, чтобы целиться в выкладку. Ну, да. Хорошо, тебе еще ребята помогают, не один стоишь. Ну, я видел, явно сейчас стрелял без голды. Нас С6. Наш С6 тебе хорошо помог в этой ситуации. Поддержал, скажем так. Порой вот так вылезаешь, танковать, фланг давить, а люди этого не видят и остаются на месте. Ай, везет тебе, что артиллерия не стреляла сюда. Не, ну он там недоступен, блядь. Или ты про меня? Я про тебя. Ну, блин, иногда-то везет. Зато, ну, что ты встал в открытое место. Я хочу сказать, странно, вот, но наша арта мне очень сильно помогла в этом бою. Это вообще странно. Не так много видно, а товарищи здесь, в принципе, тебя окружать начали, потому что ты тут на фланге был один. Поэтому они открывались для нашей артиллерии, которая как раз стояла на твоем фланге. Персик решил, видимо, наверное, меня продавить. Я не знаю, о чем он думал. Он краб. Что он такой бронированный, да? Артиллерия, посмотри по карте сам, она же тебе помогает, потому что если ты кончишься, то сразу же и за ней приедут. Это естественно, что она сейчас того тяжа держит на краю карты. Он кинул ему. Да? Тут 100Y редкий танчик такой. Странно, как-то они тебя убивать поехали. Во, вот это настоящий боец. Танкует, воюет. И с ОМ-6 союзным. Может, ИС-6 купить, я не знаю.
Хороший можно танк. Поменять танк на другой, не? Я думаю, если можно было бы, популяция СО-6 в рандоме увеличилась бы еще раза в два. Меня, скажем так, всем устраивает КВ-5, но что-то мне все больше нравится 6. СУ-100 меня не пробивает. Там такой скворечник. Фугасом надо было, фугасом заранее. Ты же видел, кто к тебе едет. Тыдыщ, вот это клево было. Китаец. И очень помягенькому еще прошло. Могу тебе чего-нибудь кретануть, было бы тогда веселее. И тут Саня начинает вести дико просто. Этот гус не пробил. Я тут понимаю, что ты попал между трех огней, там еще КТ где-то сбоку был. Думаю, да. Я тебе, по-моему, как раз говорил, ехай вперед, это имеется в виду как раз, вот, чтобы ты за М6 уехал за него и уехал с линии огня всех тех. А да. К этому, кстати, ты мог бы даже и притереться его, может быть, знаешь, как 54-ки Мауса. Интересно, получилось бы? Не знаю, честно говоря. А вот опять проскил идет. Стелс воин. На божественной колеснице нагиба. Броня не пробита, ты видел? Я опять попал. А ты НАТО захватишь, что ли? Ну, я говорил, да, сходу, если ездишь, если сходу стреляешь по далеке расположенной цели, то с автозахвата часто попадают свертухи. А вот ты сделал максимум, что ты в этой команде принес пользу, да. Респект за это, уважаю. Респект был, потому что пушка промазала. Я уже успел вам пожаловаться, что она косая и постоянно может так. Полусводка была практически полная, но все равно не попал. А вот это, кстати, не просто АТ-15, это премиумный АТ-15А. Вот может, опять арта мне помогла. Я думал, ну, все говорят, маску пробивается, попробуй. Ага, сейчас. Ты не попал. Ты, по-моему, не попал. Ты чуть-чуть попал? Левее воткнул, по-моему. Угу. Ну, там маска, вот вертикальная часть над пушкой, которая такой лист, по-моему. А вообще АТ-15А пробивается вот в капот. Ну, Сашка карать начал. И в рубке пробивал. Да, вышел на простор. Угу. Вышел на простор сзади, артиллерии уже нету, поэтому можно не спеша выезжать попу тиграм и убивать эти фашистские гусь гадины. Гусь там такой тоже без палева. Идеальная ситуация для накидывания домашки. Жалко, еще на гусеницу не стало, было бы классно. И уезжай от тигр скорее. И можно его в этой варке еще половить даже. Как я говорил, если хотите поставить танк передний. На гусь, стреляйте на этот каток, ведущий. Так, саламат с избы, сказали мы этому товарищу. Витя подбирашка. Жень, я тебе перезвоню. Привет. О, накидываю. До тех двух тяжелых танков я уже точно не успевал, поэтому стоял и смело накидывал его. Ну, да, 416 объект в этом бою был самый насыщенный. Бой. Ой, боком повернулся, как надо. Он заехал за домик. За зугом поехал. А, это как раз та ситуация, когда он его ловить мог. Ой, я как раз только сейчас там начал этому накидывать. Ну понятно, да. Как видишь, все синхронизировано. Понятно, что мне было без толку сюда ехать и правильно делал то, что делал то самое нехорошее дело. Я удивился, как еще попал по 3-4 своей, когда стрелял по ней в упор. А ты же знаешь, какой танк у меня божественный. И вот тут сейчас Саня хотел у меня фражик забрать. Ну, он достоин был этого фражика. Надо было через арку лупить. Мы знаем все, какой ты у нас фрагодрочер. Тебе нельзя даже шанса давать на то, чтобы стащить фраг. Я бы таранил, кстати. Я не знаю, он что он тяжелее меня. Слушай, 13% ты бы добрал. Итак, вы видели замечательный образчик взводного нагиба.
Результат мастера на 110-м. Взводного нагиба, а-ля нагиб зонг. А мы были рядом. Да ладно, ты тоже там нагибал, чё ты? Вон, я тоже места нагибал, слушайте, не в конце списка. На этом с вами прощаемся. Ставим лайки, подписываемся. Всем пока. Пока-пока.